Как в старые добрые времена, мы идем втроем, потому что Ромочка хочет спать. Вчера он спать не хотел. Нет, не все. Когда интересно держишь. Я обмазалась маслом, мне приходится держать. Там тазить другую уже было поздно, все равно надо было натягивать что-то следующее. А вот и первый опыт на доктора. Впереди едет Рома с Леной, а тут мы. Да, по-моему, это будет страшно. Они так гоняют. Мы едем вдали. Сейчас выйдем на трассу. О май гад. Ну, наше путешествие по Гали начинается. Да, интересно. Ты пока скажи, что такое Гали. Гали – это ближайший город от нас, от Бордо, в котором, ну, мы пока не знаем конкретно, что смотреть, но порт тут, как говорят, красивый. Можно тут вкусно еще поесть. Не надо музей. А вот карта. Это вкусно. Отстой. Немецкий лицей. Самый лучший магазин в Шри-Ланке, и тот закрыт на ланч. Что это такое? Поздоровайся. Да. Мы сидим в кафе и ждем холодный кофе. Потому что ужасная жара на улице, и сейчас кофе со льдом самый раз. Алина ругается с Ромой, что он не намазал на лоб кремом. Почему ты не намазал на лоб? Лень была. Давай, рассказывайте. Ну, кофе лаваза хоть, но какой-то странный. Размазывали. Во всем мире лаваза, она синенькая, а здесь она почему-то оранжевенькая. Здесь проблема в другом, он абсолютно невкусный. И не сладкий. Кофе на самом деле холодный и то хорошо, да, потому холодный, что очень жарко. Да, жара есть. Чашечки есть? Все хорошее. Ну что, вы определились, Лена, я с чашечкой? Да, Лена, конечно, нет. Лена такая. Лена не определяшка. My friend, together? Together? One photo. Okay, one photo, one. No, one photo, one. Come on, does it matter? Sir, nice photo, eh? Встали. А чего? Жарко было в Кале очень. Ждем еду. Говорю с Яночкой. Вот тут Яночка. Алина, что делаете? Там позиции не открывает. А Рома куда делся? Рома пошел плавать. Большой заплыв. Чтоб не заплывал. О, проходит популярно. Hello. Do you want to take photo? One photo, 100 rupees. 1 rupee. 1 rupee. 1 rupee. I make you... No bite. No bite. Good price. Good price. No bite. Price. No bite. Looks...
ищем там-тамы. Думаете, на звук там-тама, чтобы найти клёвых чуваков? Пока мы точно не знаем, что означает клёвые чуваки. Это запись, это не живой. Не живой там-там. Не повезло. Эти чуваки ищут китов. Да. Да, да, снял. И снял, что нельзя ходить, и снял то, в чем нельзя ходить. Смотри. Маленькие Будды. Угу. И не только. Мы в храме сейчас. Да. На территории храма. Какой-то этот, у него нет головы. Наверное, собачка съела. Может быть, поэтому они так идут отсюда? Что? Там был остатный чувак без головы и собака. С головы собаки? Нет, не с головы, но с собакой. Нельзя. Спиной нельзя. Спиной нельзя, баба. Но я быстро, давай. Ну, боком. Еще? Рома нашел клевого чувака и ушел от нас. И там появляется этот, кто объясняет, ну, правила, что там, как куда надо бежать, как открывать этот спасательный жилет, и стоит этот негр, тоже их копия. И так, подождите, подождите, Нита, и его мать, ну, которая оказалась тетей, она так выпрыгивает, простите дуру грешную. Помните, я вам рассказывала, что бабушка ваша учудила? Так вот, с тех пор в каждом поколении нет, да один проскальзывает. Да. Не, а можно его поймать? Вот, я уже поймал. Да, сволочь, кусается. У него одна крышня, а вторая у него внутри. Он сейчас бросит свой домик и будет гнаться. А, у Ромочка, положи, он если укусит, он может быть, я еще и ядовитый. Конечно. Он может тебя прокусить. И потом прав. Тебе придется делать 100 и прививок. И тебе не то, что сегодня и завтра нельзя будет пить. Давай, вот твой новый дом. Как ты его увидел, Шай? Я боюсь, знаешь, чего? Что я на что-то наступила до этого тоже. Я думаю, что оно бы тебя укусило. Ну, Ромочка, ну он тебя укусит. Не укусит он. Так обычно большую коробку делаю. Я-то ходить по улице задолбаюсь. Ну, Паши, тогда неси мои тапочки ты. Это тренажер его, да? Да. А зачем мы его берем? Что он шел куда-то. Ну, давай, Надь, рассказывай. Мы хотим ответить тут. Паленое брауни с мороженым. Какое? Паленое. А, паленое. Почему паленая? Потому что спрашиваю, что здесь хорошая. Ну, обстановка очень приятная. Только я взял по-настоящему шоколад в шоколаде, покрытый шоколадом, с шоколадом и с шоколадной печенькой. Но у тебя нету вот этого шоколада. Да, это... Не, ну сейчас поздно для кофе, для меня, например. Ну, отлично. Белый человек. Что это? Страшно. Что это? У нас Новый год. Надо ее украсить кокосиками. Вот кокосики. Нести туда. Коленям. Давайте водить хоровод. Нет. За ушком, у оленя. Нет. Так, что-то придумаем.
пока Рома ищет. Пока. Брауни был вкусный. Такой вкусный, что... Что Леночке плохо! Ну, очень вкусный брауни. Ну, очень. И очень невкусная акула. И очень вкусный фрап. Очень вкусный. А днем, когда ты акулу кушала? Очень невкусная, ужаснейшая была акула. Просто катастрофа. Как ее могли так испортить? Я даже не понимаю. Я осталась голодна. Поэтому мне пришлось опять вечером есть. И это же катастрофа. Я же говорю, не давайте мне есть, а мне дают есть, а я ем, а мало того, шоколад. Что мы не должны давать ей есть, сейчас мы еще не должны давать ей есть сладкое. Да-да-да. Вот. Но завтра креветки, на вечер это не считается. Это не считается ни в коем случае. Да. Главный плюс ты скажи. Какой? Про юбку. Юбка-то висит. Юбка, да, я купила юбку в Тбилиси, она была хорошо, а теперь она висит, я похудела. Поэтому мы будем продолжать делать вид, что мы не едим по вечерам. Пока. 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 Это надо снимать. Да, да. Останови. Рома все-таки что-то нашел. А, все, я понял, ты Дед Мороз. А это олени везут тебя куда-то. Правильно? Шляпа, шляпа, Дед Мороз. Шляпу потерял. Подожди. Держи. Так. О! Я шарлатанский Дед Мороз. Почему Дед Мороз очки? Не знаю, потому что... А сюда, отойди, чтобы полностью было видно. Так. Значит, олени. Все? Новый год к нам идет!